В этом мире нет ничего более могущественного, чем перелом сознания. Ты можешь изменить цвет волос, свою одежду, свой адрес, свое гражданство или даже жену. Но если ты не изменишь мышление, то события вокруг тебя будут дублировать себя раз за разом. Потому что все, что изменилось, изменилось лишь снаружи, в то время как внутри тебя все осталось, как и было. Если ты чего-то хочешь от жизни, если хочешь изменить себя, если хочешь заполучить что-то, дотянуться до каких-то вершин, чтобы избавиться от вредных привычек, придется попотеть. Это тяжело. Большинство людей проживают свои жизни, так и не поняв, в чем их талант. А те, кому они известны, далеко не всегда занимаются их развитием. Единственное, что может сделать тебя счастливым, мой друг, это шаг на ступень выше. Это осознание того, на что ты способен. Прикосновение к состоянию, когда ты прорываешься сквозь вязкость быта, и хоть краем глаза, но ты видишь как будто со стороны истинного себя. Когда ты с головой погружаешься в болото своих страхов и ввязываешься с ними в бой, чтобы продолжать движение. Вот тогда и начинают происходить события, которых ты так долго ждал. Если ты так и не наберешься мужества реализовать ту или иную свою возможность, если будешь продолжать ходить вокруг да около, пытаясь переубедить в чем-то окружающих тебя людей или, не дай бог, получить их одобрение, все это закончится тем, что ты сломаешься, и люди вобьют тебе в голову, что то, чем ты занимаешься, не имеет смысла. И тогда ты поставишь крест на своей мечте. Сколько у тебя осталось времени? Сколько? Мы ведь не знаем, не правда ли? Большинство из нас так никогда и не используют то, что нам дается вместе с жизнью. Хватит уже прожигать жизнь. Если хочешь чего-то, ты должен стать неумолимым, даже безжалостным. Нужно учиться быть находчивым, идейным. Найти в себе силу оставаться на плаву, несмотря ни на что. Это качество победителя. Нужно познать в себе жажду. Нужно учиться проигрывать. Терпеть поражение раз за разом и все равно не сдаваться. Все это обязательное качество победителя. Я не могу вам описать эту силу, но я знаю, что она существует. Открывается она человеку тогда, когда он осознает, чего хочет, и полностью посвящает себя достижению этого. В каждом есть величие. Нужно учиться не слышать критиков вокруг себя. Я закалю свою волю. Я не позволю ничему остановить меня. Я заслуживаю этого. Большинство людей с легкостью ставят на себе крест, а зря. Человеческий дух непостижимо могуч. Убить его почти невозможно. Ты неудержим, ты силен, тебя ничто не остановит. Чтоб ты знал, большинство людей проживает жизнь на ручнике, который постоянно тащит их назад. Реши, наконец, для себя, что будешь двигаться вперед. Сосредоточься на себе. Как только ты убедишь себя в этом всем, как только окрепнешь в этом новом состоянии сознания, ты увидишь, как меняется все, что ты делаешь. Ты будешь в шоке от того, насколько радикально поменяется твое восприятие этого мира. Насколько все твои действия и их результаты изменятся, когда ты начнешь говорить себе каждый день: «Это я, и во мне уже есть все, что нужно». Это мой день, и сегодня меня ничего не остановит. Два самых важных дня в жизни
Это день, когда ты являешься на свет, и день, когда понимаешь, зачем. Марк Твен.